В Государственной Думе в первом чтении приняли два законопроекта, которые должны упростить и расширить возможность получения налоговых вычетов. Для того, чтобы получить вычет, нужно собрать пакет документов и, главное, представить в налоговую службу декларацию о доходах 3 НДФЛ. Первый законопроект упрощает эту процедуру. По новому закону, одобренному в Нижней палате парламента, гражданин просто должен составить заявление в личном кабинете на сайте налоговой. Система оценит доходы гражданина. Окончательный ответ он получит не позже 30 дней после подачи заявления, после чего средства будут перечислены на принадлежащий ему счет. Второй законопроект вводит новый социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщается на сайте Госдумы Российской Федерации.